Илья. 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 Илья, что это за музыка? Да, 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 пожалуй, я пас. Пошли дальше. Мне тоже не очень нравится. Эти мотивы мне явно больше нравятся. Так, давайте мы посадим, короче, и подсолнечник, и горох сахарный. ТВ... Твикчи. Твикчи, прости. У нас уже так... Все нормально, все нормально. Что это за песня? Подождите. Нет, мне нравится эта песня. Можно я выберу это? Так, все, мы решили, мы сажаем подсолнечник. Если останется место, мы еще посадим горошек. Потому что хорошо нам платят нет, на горошек. Нам нужно понять, сколько у нас здесь подсолнечника. Соответственно, мы его вскроем. Так у нас его немало. Семечки. Нет, так миленько, люблю семечки. Такие лопатки, пусик-пусик. Прям так и хочется сожрать. Короче, ребят, скидываемся мне на семки. И тут тогда весь стрим щелкать семки следующие. Я шучу, если что. Жрать на стриме вообще плохо, а щелкать семки, мне кажется, это вообще катастрофа. Так. Знаете что? Видимо, вот так нам придется все-таки сажать все. И, видимо, поэтому у нас только на подсолнечник. Зато представляете, как у нас будет много и красивого подсолнечника. Хватит раздражаться, не работает. Просто дайте мне денег, сволочи. Я хочу построить грёбаный мост. Дайте мне построить грёбаный мост. Мне кажется, здесь у нас все больше денег берут, короче, в зависимости от года. Смотрите, теперь уже 12 миллионов. А вот здесь 11. Так. Ну, пельмени жрала, да. Да, моя беда. Простите меня, ребята, я больше никогда не буду есть пельмени на стриме. Если вы верите в это. Если вы хотите это. Ну, что-то мне кажется, что все хотят, чтобы я ела дальше пельмени на стриме, потому что что мне еще делать? А чем вы занимаетесь на стриме? Вы что, не едите пельмени? Какие-то вы странные вообще. 14 миллионов. Так, 13 миллионов, 12 миллионов. Короче, у нас есть огромный, здоровенный, дорогой мост, который нам надо построить. Смотрите, вот самый дешевый, видимо, это... 12. А раньше ведь было дешевле. Жаль, мы сюда не можем построить. На самом деле, я построила, знаете, такие надземные мосты. Мне просто не хватит денег, короче, на этот мост, брат. Вот, 10 миллионов. Соглашусь, давайте не будем идти. 10 миллионов. Отлично, вот самый дешевый вариант. Приятного аппетита, Фантомик. Мы очень рады, что ты у нас кушаешь. На стрим. Фантомик скатился, съест на стрим. Дальше ты. Ладно, нам все равно нужно 10 миллионов. Давайте мы еще разок продадим акции. Мы, конечно, снизим чуть-чуть в цене. Так, давайте сажать. Вот что. Значит, я не почитала про глубину посева, это важно. Да-да-да. Сходы через 6-8 дней. По-моему, у них первый парень, да. Да, час ночи. Не завтра первый парень. Все пришел. Ну, Юбакланов, что я могу тебе сказать по поводу данной новости? Ну, во-первых, мне не обязательно надо было ее знать. Но я не об этом, собственно. Видимо, ты в какой-то чат рулетки сидишь вместо стрима.
А где еще этим занимается? Смотрите, в средней полосе России посев прямо в грунт гнездами по 2-3 семечка. Ага. Зашибись. Знаешь, я не считаю, что эта информация нужна мне. У меня, конечно, модератор ушел спать, но тем не менее. Это грубо. Я как бы девушка. Я хочешь, я тоже займусь этим на стриме, не знаю. Буду писать всем и говорить всем, о, господи, прямо сейчас я этим занимаюсь. С другой стороны, тогда, конечно, моя популярность выскочит заниматься. Но это не важно. Ну да, наверное. Не знаю, откуда мне знать. Давайте мы будем сажать все-таки по 2 семечка в гнездо, потому что, честно говоря, если у меня подозрение, что часть из них не взойдут. Не, не хочу, спасибо. Какая прелесть. Вы поняли, да? Да, ребят? Вы поняли? Это я сделала. Ну, вообще-то, в данном случае это сделала я, потому что, скажем так, даже наглости должен быть предел. Надер спит, но у всех могу банить я. У меня же есть руки, которыми я делаю совсем не то же самое, что в данном случае делать Рибаклан. Какой говорящий нет, правда? Ну, так. Не люблю быдло. Так, смотрите, мы... А, ну, вы не видите, но, в общем, я сажаю. Знаете, жалко иногда, что нельзя заставить, короче, людей не смотреть. В общем, прям так забанить, чтобы они не могли открыть канал. Фига себе, через 30 дней? Серьезно? Фига себе, 600 рублей? Серьезно? Чувак! Ты меня пугаешь, серьезно, я что, жить буду теперь на твоей стриме, на твоей донат? Это где что, работу бросать надо? Так, и вот так. Кому как, между прочим, это моя зарплата за день. Даже больше, это больше моя зарплата за день. Серьезно. Другое дело, что я работаю 20 минут в день, но это не важно. Тем не менее, это больше моей зарплаты за день, человек. Все, я посадила первую фасеточку, теперь я ее убираю. По-хорошему, знаете, что можно сделать? Ее закрыть так, чтобы влажность там сохранялась. Но, честно говоря, я и так каждый день сейчас опрыскиваю, так что я просто ставлю ее. Убираю в другую сторону, сейчас принесу другую фасетку, забью ее, тоже посажу, ну, в общем, и по новой. Так, напоминаю, что мы прощаемся с нашими фуксиями. Я обязательно покажу вам на следующем стриме, что с ними происходит. Ну, не на следующем, но, в общем, когда с ними что-то произойдет, я вам покажу обязательно. Вот, я вернулась. Это было недолго, я старалась. Блин, на самом деле осталось 2 года, будь у меня чуть-чуть больше денежек. Вот здесь. Насморк, да. Точнее, насморк, волосы залезли, чешутся. Крах экономики, шикарно, ребята, самое время строить. Да, именно так, в общем, нам надо еще зависеть от экономики. Стоп, секунду. Бедняжка, воин, прости. Ты за моих стримов отсидел ножку. Какая катастрофа. Я буду чувствовать себя неловко. Слушайте, напомните, куда нам надо построить? Секунду. Подожди.
Куда нам нужно? Куда нам нужно дорогу? В Камелот. Новую британскую столицу. Секунду. Нам надо построить грёбаную дорогу. Если мы ее построим, мы получим серебро. Вы понимаете, ребята? Нужно больше серебра. Еще можно уран возить. Хе-хе-хе. Помоешь все-таки, да? Да? Вот ты какой. Фига себе здесь города. Вы просто посмотрите, какая жесть. Давайте тогда уже дорогу в Оксфорд. Хотя нет, в топку. В топку Оксфорд. Ура! Ура, ребята! Мы все смогли. Ветка до Камелота завершена. Ветка до Мюнхена завершена. Привет тебе, только давай мы все-таки без мата. Хорошо? В общем, мы тут типа того, что играем. В общем, у нас здесь все важно, но без мата. Я слежу. У нас модератор спит, но я не сплю. А я тоже модератор. Я имею право. Я женщина, и я имею право. Драгер. Вот. Короче, мы тут играем старую игру под названием Railroad Tycoon. Нам нужно перевести партию урана. Сейчас, секунду. Опять, ребята, опять. Вы слышите эту песню опять, да? Фантомик, ты понимаешь, что мне теперь за твою голову придется ставить цену в миллион? Ты понимаешь это, да? В миллион. За тобой начнется охота. Ребята, меня донатят, я чувствую себя продажной женщиной. Извинюсь, это я так о своем, о женском. Спасибо, Фантомик. Жди, я надеюсь, что ты все-таки придешь тогда на начало следующего стрима, потому что, если ты хочешь знать, что у нас происходит, то посмотри, короче, это начало вот этого стрима и предыдущего стрима, потому что там в самом начале, короче, я творила одну хрень. У нас есть посвящение. Хотя ты видел, какого плана у нас посвящение? Все, теперь все устраивают ломлю за Фантомика. Спичи, ты понимаешь, что он тебя переплюнул в том плане, что он выполнил больше? А? Да ладно. А мне не показывалось, что ты смотрел начало этого. И что, вам не нравятся ролевые игры? А как же ролевые игры от женщины? Все же любят ролевые игры от женщины, нет? Мне казалось, что да. Так, я что-то перепутала, где у нас что происходит. Ну ладно, раз уж. Музыка. Музыку. Что я хотела? Я хотела закончить, наконец. Илья, да, у нас есть еще один император. Вот она. Какая песня. Отлично. Блин, слушай, я люблю эту песню, я забыла про нее уже совсем. Зашибись. Банишь? Хочешь, сейчас тебе запустил банишь? Сейчас я закончу эту миссию, возможно. Я сейчас смотрю, короче. Мне надо еще кое-что доделать. Мне надо запустить уран. Все, мы продали акции. Сейчас надо запустить один поезд. Смотрите, короче, у нас есть важная задача. Нам нужно сейчас за год перевести 10 партий урана. Где у нас есть уран? Уран. У нас везде есть уран. Вести его нам надо, видимо, в старый Кёльн. Шутка, какая песня, просто 10 из 10. В Велигаре есть и в Камелоте. Отлично. Фига себе. У нас